чтобы прошло, а потом мы поварили лавочку донести обратно. Это я так пошутила. Ну, на самом деле, немножко потом, да, потребуется. У папы есть, а папы все разбежались, папы у нас нет. Ну, ладно. Значит, дорогие мои родители и мои любимые детки, я вас поздравляю с тем, что заканчивается этот год, что вы многие из вас достигли отличных результатов. Те, которые занимаются второй год, уже просто молодцы, уже используют приемы, которые используются во взрослом вокале. Те, которые первый год занимаются, знают каждый свои проблемные места, да, у каждого что-то есть, но у каждого что-то стало получаться. Это здорово. В этом году у нас начало такое было какое-то минорное в начале года, потому что нам все время не везло, самых тру-лилей, и дальше, аж до Нового года. Но потом мы как-то собрались и закончили, в общем-то, все прекрасно. Мы в этом году участвовали в 14 концертах и в 10 конкурсах. И места у нас там разные, от первого и до великого, так скажем. Так, значит, планируется и в следующем году участие в массовых грандиозных мероприятиях. В этом году сам венцом творения стала наша поездка в Сочи, где никто из тех, кто был в Сочи, не приехал с пустыми руками. Получили лауреата первой степени, взрослая девочка получила первое место, кто не знает. Первое детское у Полины Германюк, 2/3 детских у нас у девчонок, у Мигуновой Даши и у Грауэсты по собственной проблеме, причине, да? Могла бы лучше сделать, ну, вот. И на втором, сейчас скажу, как он называется, на третьем открытом международном конкурсе фестиваля сценического и художественного искусства «Радость планеты» мы заняли первое детское место с ансамблем, с песней «Рисуют мальчики войну». Этот диплом, несмотря что песню готовили многие ребята, да, выдается не всем, потому что отправлялось видео с конкурса «Виват Виктория». На этом конкурсе некоторые дети не были. Поэтому как-то несправедливо будет, да, им просто так выдавать дипломы. Дипломы выдаю только тем, кто присутствовал на конкурсе, ну, и был на видео заявлен на международном конкурсе. Так, значит, награждается Германюк Полина, девчоночки, переходите. Так, Никита Пасюкин, держись. И Чайкина Татьяна, Чайкина есть? Нет. Дашкаева София, держись. Шапорова Виктория. Ким Вероника. Где Ким? А что так далеко-то уселась? Ты как будто пришла смотреть кино на последний ряд для поцелуев. Иди сюда скорее. Ким Вероника. Мигунова Дарья. Держи. Грау Весна. На, сиди, не вставай. Подольская Юля тоже нету, да, сейчас ее? И Подольская Марина. Она у нас уже не будет. Войтик Ольга. Где она? Войтик Ольга. И на этом все. Остальных не было. Подольская, Печатина и Подольская. Да. И Марина Подольская. Так. Еще хочется отдельные слова благодарности сказать родителям. Дорогие родители, если бы не помощь многих из вас, многие мероприятия просто бы не состоялись. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал с перевозкой детей на концерты, кто помогал просто их собирать, настраивать, потому что когда один человек приходит на конкурс, а детей на конкурсе, например, было там сейчас 15, это очень сложно, их надо организовывать. Большое спасибо всем. Выделить хочется двоих родителей и объявить им благодарность за детей, отличное дело, за то, что они просто никогда не оставались равнодушными к проблемам нашего коллектива, к нашим каким-то затеям, каким-то нашим, не знаю, мероприятиям. Они всегда были рядом с нами и помогали. Это Германюк Олеся Васильевна. И Грау Ярослава Анатольевна. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы дальше будем сотрудничать, да, и вершить наши нехитрые делишки. Теперь концерт объявляю открытым. У нас в концерте собраны 2 года обучения, первый класс и второй класс. Хотели разделить их. Но из-за того, что девочки 2-го года обучения поют по 2 песни, и некоторым необходимо переодеться для номера, мы будем обычный концерт вести, да, как в любом заведении.